Удалить. Все, нахуй эту 20-ю эвку. Нахуй, все, блядь. Добро пожаловать. Что же, скорее всего, это будет последняя гонка в 20-й эвке, потому что я уже не вижу смысла. Да, вообще, честно говоря, я уже никому не верю, ничего не жду. Интереса тоже ездить нету, плюс у нас сейчас, ну, как бы, 11 человек. Поэтому сегодня просто челлендж с последнего на первое. Без тренировок вообще. Ну чё, да, я охуенно проеду, блядь. Ну, смотри, ещё кто там будет. О, блядь, охуенно начало круга, мне кажется. Блядь, нет, 50 метров тормозить. Сука. Блядь, нет, после ассета пиздец как... Непривычно, когда ты, блин, накатаешься с тракшеном, блядь. Те как бы говорят, что тракшена нету, езжай так. Господи, как он медленно едет, блядь. Блядь, чел. Ебать твой рот, наоборот, блядь, иммортал, блядь. В пизду я запомню этот ник, блядь, нахуй, не пускать вообще никогда. Вот туда тебе идти, нахуй! Вот он даже въехать не может нормально. Пиздец, ладно, я-то, блядь, с разъёбным крылом бы там въебался. Хотя, не, у меня крыло-то разъёбано слева, так что мне нормально. Правая часть самого главного цела была. Ну похуй. На эту лигу уже, блядь, как на эвку. Желание бешено имею. Конечно, народу мало для прорыва. Это пиздец там, блин. 13 человек. Грубо говоря, уже половину, наверное, пройдут после первого круга. Ой, боже, блядь. Что с этим инетом, блядь, в доме происходит, блядь? Походу, блядь, больше народу, блядь, заезжает в дом, пиздец, интернету. Бля, вот этого иммортала обойти, это будет на самом деле, блядь, задача номер один. Только как это сделать, я хуй его знает. О, наконец-то. Заебись. Быстренько и со вкусом. Охуенно. 10 из 10. Охуенно прорвался. Так. Блять, вот что он тут тормозит-то, блять? Пошел нахуй, как говорится, на своем Вильямсе, блядь. О, правильно, в стенку, блядь. Убрался, блядь. Все отлично, вернулись на ту позицию, где мы были. Блядь, хуёво прошел. Ой, блядь, ограничения эти ваши сраные, блядь, в рот ебал, блядь. Серьезно, блядь, господи, как же это бесит. Ой, блядь. Похуй вообще на эти штрафы, блядь, ебал рот. Блять, когда они в этой игре сделают адекватную систему штрафов, а у него вот этот понос под названием, блять, вышел чуть больше, чем нужно за пределы трассы, ну, блять, нет, это точно, блять, ресейки, блять, не. Вообще, блять, просто, блять, стигли штрафы, блять, после ассета, блять, приходишь и думаешь, какой же это идиотизм, блять. Блять, дрестрейн теперь. Чё, пацаны, софты уже поплыли? Чё-то как-то быстро их прикончили, однако. Килия пытается там вернуться в игру, но не может. Быстрый круг! 1.05! Блять, я эту игру порой обожаю, блядь, за такие рассинхроны. Просто 1.05! Ух, блядь! New World Record, блядь, USA, блядь! Такой в пизду второе предупреждение получу, блядь, за что, ебать? Ох! Блядь, андерстир! Грязный воздух! Сраку, блядь! Не рановато ли он в бокс свернул, блядь? Конечно, шестого круга, братан, ты что, на хардах собираешься, что ли, ехать? Что, конченый, что ли? О, да. Как говорится, король срезок на месте, блядь. Блядь, ты еще медленнее, блядь, оттормозить, блядь, конч, ебаный, блядь. А-а-а, хель меня еще так понесло-то, блядь. Что ты, блядь, делаешь, конченый, блядь? Что это, блядь, за мув, нахуй? Охуенно, блядь, 10 из 10, у меня крыло, блядь, сломало немного. Ох, бать, блядь, сраку эту Альфа Ромео, конечно, блядь. Просто дебил, дебилыч, нахуй, дебил. Дайвить в этом повороте, блядь, это, конечно, блядь, мощно. Опять он в ноль тормозит, блядь, ну ты конченый, что ли, блядь?
Ладно, блядь, давайте с тобой быстро разберемся, блядь. Ой, да, слепстрим мне давать не будет он, блядь, еще. Иди в жопу. Своим РП ебаным. Рандикс, дай крыло напрямой. Пожалуйста. Хотя ладно, сейчас вот чувствуется, что крыло так дает о себе знать. Эх, вот бы какой-нибудь скаба через 4 круга. Хотя, блядь, не. Хотя да, почему нет. Мне бы это помогло бы неплохо. Привычки есть привычки, блядь. Когда ты не тренируешь трассу, блин. Когда ты, блядь, решаешь тормозиться нахуя-то, блядь, от 50 метров. Это пиздец. Просто, блядь, 2 IQ move. Тут же, блядь, в этой лиге, блядь, вообще, кроме меня, наверное, Мирандикса, все с ебучей траекторией. Как он, блядь, мог так, блядь, задавить, блядь? Да, в жопу эти штрафы, блядь. Я по факту на трассе финиширую, то и мое место, блядь. Ебал рот, блядь. Эти штрафы, блядь. Выехал 3 колесами, забил, не все, нахуй. Предупреждение и, соответственно, штраф. Это в пизду, блядь. Конченая система, максимально конченая. Так, ну ладно, РПшку мы сейчас догоним уже на следующем кругу. А, он без ЕРС едет. Понимаю, блядь. Он что, не знает, как там это, копить ее, что ли? Или то, что кнопку можно отжать? Пошел нахуй, блядь. Сюда. Ну, No! No, I say no! Просто чел берет, мне траекторию нахуй закрывает. Мы, блядь, с ним бок о бок едем, блядь, в ебаном, блядь, повороте. Блядь, вообще-то все равно последняя гонка, ебалый рот на результаты, блядь. Может убить его нахуй? Может быть. А может и нет. А может пошел ты? Чисто так, блядь. Чтоб, блядь, понял, что он хуйню делает. Просто я, блядь, не понимаю таких типов, блядь. Ну ты, сука, едешь, блядь, медленнее по отношению ко мне. Пусти, блядь, меня вперед и все, блядь. Вот нахуя, блядь, пытаться бороться, блядь. Он пустил бы меня, потерял бы там от сил, блядь, из-за этого полсеки, блядь, все. Нет, блядь, вот, блядь, я просто поражаюсь про твердолобость людей, блядь. Нет у тебя темпа, блядь, к человеку, блядь, идущий позади тебя, да пусти ты его, господи. Нахуй ты с ним будешь бороться, блядь, когда ты не умеешь ездить, блядь, в его темпе. Просто я вчера раз понимаю, что вот в таких лигах, блядь, в пизду ехать, блядь, себе дороже, блядь, нахуй, с дебилами, которые не умеют, в принципе, ездить. Понимаю. Понимаю. Так, а вот теперь надо подумать. Тут есть такой момент, можно сделать 300 IQ move. Не заехать в бокс и остаться на этом софте. В принципе, он не потерял своей цепкости. Ехать он может спокойно на пустом баке сейчас. Это я к тому, что просто вот эти дебилочи сейчас могут заехать. А. Это коротко говорит о том, как получить три секи под СК. Так, надо топливо поджигать уже. Мысли, блядь, Мирандикс выбывает из гонки. Что он, блядь? Чё? Мирандикс, это как так, блядь? Я чё-то нихуя не понял. Но очень интересно. А, понял, Мирандикс. Решил, так сказать, забить. Не доезжать эти последние 4 круга. Чё за хуйня, блядь, сзади? Бля, чё, тебе чё, крыло сломать нахуй, куда ты лезешь? Я предупреждаю, последний раз. Я ему сейчас на полном серьезе, блядь, нахуй брейк-тест устроил этому дебилу, блядь. За то, что он мне, блядь, в середине гонки сломал. А, у нас еще один круг СК, ну да, ну да. Как бы в натуре, зачем, блядь, нам 3 круга гонки? Вам и 2 хватит, пацаны. Заебись. Дебил-дебил, ещё на, блядь, РПшке, блядь, развернуло, походу, блядь, карма, сука. Пошёл ты, блядь, чё, блядь? Не, ладно, я не буду, блядь, таким мудаком, блядь. Я его нормально обойду просто, блядь, все. Последнем кругу. Что? Как, блядь, я там получу, нахуй, блядь, привет, блядь. Ёбаный рот этой игры, блядь, конченый, блядь. Блядь, чё, доивануть его, нахуй, что ли, или нет? Сейчас будут страшные кадры, уберите детей, это как... I'm fast as fuck, boy. Успокойся, становится горячо. Туби пизда! Сука, туби! Здорово, братан, блядь. Это ответочка, блядь, тебе. Око за око, падла, блядь. Ты дайвишь, я тебя дайвлю, блядь. Поняли, пидоры. Наслаждайся, блядь. Все, блядь, официально эту игру можно нахуй теперь удалять. А, ну я понимаю, у нас тип на Альфа Тауре рассинхроненный всю гонку, блядь, был. И он по итогу третьего, оказывается, даже приезжает. Охуенно. Хорошая игра, короче, блядь. Хорошая, блядь. 10 из 10, блядь. Это что? Ремейк Идиократии? Во, так.
Сюда, блядь! Есть! 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 Пес! Первое место! Ух! Так, ладно. Ждем. Ждем. Да, сюда! Yes! Второе место! Красавчик! Красавчик! Ну, в любом случае, это была хорошая гонка. Второе место. Да-да-да! Третья позиция. Дважды нам удалось подняться на вершину, но в каждой истории есть свой конец.